Всем привет, меня зовут Владимир Мельников, и я снимаю видео для своего канала на ютубе, в частности про слесарное дело. Сегодняшняя тема — притирка и доводка. Прежде чем начать основную часть данного видео, хотелось бы сказать пару слов от себя. То, что сегодняшняя тема, на мой взгляд, является очень интересной и в то же время важной. В этом видео вы поймете, о чем я говорю. Итак, начнем. Что такое притирка? Притирка – это слесарная операция по удалению с поверхности обрабатывающей детали тончайшего слоя металла. Для тех, кто любит точность, это 0,02 мм с целью получения высшего качества ее поверхности для обеспечения плотного или разъемного соединения. Притирка является окончательной операцией, чем шабрение. Обработка осуществляется после механической обработки, шлифования, фрезерования, развертывания или шабрения. И вот, собственно, я привожу пример, где притирка широко распространена, по крайней мере, очень часто встречается в техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта. Это ГРМ, работа с притиркой клапанов. То есть на картинке справа, слева, вы можете наблюдать, как должно происходить притирание клапанов. А на изображении справа вы видите, как должны быть клапана в идеале. По крайней мере, когда вы занимаетесь притиркой, вы должны к этому стремиться. Но о таких вещах я буду рассказывать в будущем. А пока что расскажу о данной теме теоретически. Доводка – это чистовая отделочная операция, позволяющая с помощью притирки обработки деталей с высокой точностью лишь линейных размеров и геометрических форм, а также с очень малой степенью шероховатости. К абразивным материалам относятся притиры, шлифование – это наждак, корунд, электрокорунд, карбид бора, паста Гоя. Инструменты при притирке и доводке являются притиры. Притиры должны иметь меньшую твердость, чем обрабатываемый материал заготовки. К ним относятся бронза, медь, стекло. То есть, проще говоря, притирка должна иметь меньшую твердость, чем тот материал, который мы притираем. И вот, собственно, как нужно делать эту притирку и доводку. Ну, тут изображено, как нужно поступать с, скажем так, листовым металлом или материалом, или со стеклом. То есть то, что имеет прямоугольную форму заготовки. Итак, что такое притиры и как они выглядят? И самый первый вид из притиров – это наждак. Как бы все его знают, то что он, скажем, не притирает, а натачивает, но он относится к притирочным инструментам. Дальше корунд и электрокорунд. Вообще корунд – это, скажем так, такой вид материала, а не название какого-то механизма. Есть специальные механизмы, в которых они под давлением притирают данную деталь. Но о таком я буду рассказывать в будущем. Карбид бора — то же самое. Больше похож на, скажем так, песок. Ну, не в буквальном смысле, а в фигуральном. И паста Гоя. Ну, тут понятно. Паста Гоя. Паста так будет, а Гоя — это название данного вида. Данного материала, вернее. Ну, из основной информации, которую я вам сегодня хотел рассказать, это все.
Более подробно я буду рассказывать в будущем, а пока что я рассказал то, что есть такая слесарная операция, как притирка и доводка. Еще раз напомню, что такое притирка в целом. Притирка – это слесарная операция, которая позволяет сделать заготовку, скажем так, более гладкой, а не шероховатой. То есть, если ранее она была такая неровная, скажем так, с трещинами, сколами, с такими неровностями, то притирка, она выравнивает, выглаживает заготовку так, что ее очень приятно брать в руки. Она не режет, не травмирует руки. Более подробно, допустим, как о фрезеровании, я буду рассказывать в будущем. И о соответствующих механизмах, с помощью которых это осуществляется, я тоже буду рассказывать в будущем. Ну а на этом все. Всем спасибо. Не забывайте писать комментарии, подписываться на мой канал, ставьте пальцы вверх, не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Также не забывайте, пожалуйста, добавляться ко мне в различные соцсети, и я лично этому буду очень рад. Ну а на этом все. Всем спасибо и до новых встреч!